Ну что, пришло время послушать, как же шумит Focusrite Scarlett 2i2 четвертого поколения. Последняя, красивая, с кучей ручек и пестрючек. В этом видео вы увидите сравнение двух микрофонов. Аудиотехника 2035 и Zoom ZDM1. Чем они отличаются? У Zoom ZDM1 нету никаких срезов низких частот и кнопочки PAD. А у аудиотехника 2035, конечно же, есть. И сейчас мы проверим, как это работает. А теперь записываем громкость шума белого на 3 часа. Так, слушаем на полной громкости скороговорочку с микрофоном Zoom ZDM1 и карточкой Scarlett Johansson 2i2 четвертого поколения. Саша шустро сушит сушку, или сушки. Сушек высушил 6 штук, и смешно спешат старушки сушек Сашиных пожрать. Теперь убавляю громкость на 3 часа. Саша шустро сушит сушки, сушек высушил... Саша шустро сушит шушки, блядь. У Focusrite есть два режима аэро. Первый и второй. Все банально. Вот так я пишусь без аэро. Включаю первый режим аэро. Раз, два, три, четыре, пять. Сосисочная, закусочная. Теперь я включил аэро второго режима. Вот она звучит вот так. Очень ярко, очень открыто, раскрыто. И мне кажется, шумов больше берет. И вот сейчас я опять отключил, более глухой звук получается. Также для новичков есть режим авто, это кто не умеет настраивать гейн на звуковой карточке. Сейчас продемонстрирую, настраиваем. Включаем карточку, он сперва анализирует, там вот 5 секунд, короче, анализирует. И все, вот он проанализировал и включил мне сейчас звук. Вот вы слышите, я думаю. Вот, он просто понял, насколько я громко или тихо буду разговаривать, и сделал оптимальную настроечку. Ну что, пришло время менять микрофончики. Это был Zoom ZDM1. И теперь на эстраду выходит аудиотехника 2035. Вот в таком комплексе он пришел ко мне. И в таком же я его продам. Кстати, я его буду продавать. И звуковые карточки тоже буду продавать. Заходите по ссылке в описании. Можете купить там на Авито, наверное, размещу или где-то еще, я не знаю. В общем, ставим. Переключармана, там волшебство происходило. Все, микрофон я поменял. Вот такой вот. Я на него накинул поп-фильтр дешевенький. Итак, карты Focusrite. Громкость на 12 часов. Теперь прибавляю карту на 3 часа. И прибавляю на полную громкость. Убавлю я, пожалуй, на 3 часа. И прочитаю вам опять скороговорочку. Саша шустро сушит сушки. Сушек высушил 6 штук. И смешно спешат старушки сушек Сашиных поесть. Теперь с кнопочкой AIR. Первый режим. Саша шустро сушит сушки. Сушек высушил 6 штук. И смешно спешат старушки сушек Сашиных пожрать. Теперь я нажимаю кнопочку AIR. Второй режим. Саша шустро сушит сушки. Сушек высушил 6 штук. И смешно спешат старушки сушек Сашиных поесть. Микрофон AT2035 включен сейчас со срезом низких частот. Саша шустро сушит сушки. Сушек высушил 6 штук. И смешно спешат старушки сушки Сашкины пожрать. Теперь я микрофон ставлю без среза низких частот и со включенным падом. Саша шустро сушит сушки. Сушек высушил 6 штук. И смешно спешат старушки сушек Сашиных пожрать. Тест закончен, теперь вам судить. Если вам понравилось это видео, можете поставить лайк или пузырь. Ты ничего не забыл? Забыл. Подписаться. Подписывайся. Все, пока-пока. До встречи.